Приветствую, Борис. Пишу издалека вам. Я знаю, что в поэзии среди других людей вы были без сомнения поэтом-великаном, каким и остаетесь до самых наших дней. Свеча не потускнела. Поверите ли мне вы, скажи, что все ярче горит ее огонь. Вы правы, ради славы не стоит тратить нервы, поскольку именитость не стоит ничего. Важнее сам процесс и та самоотдача, что творчество ваяет нетленным и живым. Мы помним вас, Борис, читаем. Это значит, что магией поэзии владеете и вы. Так сквозь десятилетия, завернутые в пепел, вы вырвались цветами сквозь будничный асфальт. Прошу, после прочтения сожгите строки эти. Они лишь мимолетная, бегущая строфа.